Ученых из ведущих вузов Беларуси, России и Украины объединила «Мозырщина. Время, события, люди». Тема научно-практической конференции, организованной Полесским вузом и Туровской епархией. Наука и духовенство сотрудничают давно и плодотворно, но в таком масштабе и так результативно впервые. Оно очень важно на современном этапе. Почему? Потому что, изучая особые моменты истории, мельчайших подробностей, вот эти моменты дают возможность нам понять ход исторического процесса в целом. Понимание прошлого дает возможность развития в будущем. Ученые заинтересованы в исследовательской работе. Такие же желания и у епархии. Мы рассчитываем на то, что наш университет все-таки при поддержке Туровской епархии займется фундаментальным исследованием восточнославянских земель, православия на этих землях. И это даст не только для исторического факультета, но и для епархии, и вообще в целом, даже и для наших духовных школ. Обоюдная заинтересованность была подкреплена договором о создании научно-исследовательской комиссии по исследованию истории развития христианства в Восточном Полесье. Такой договор между церковью и светским научным учреждением подписан впервые в Беларуси. Епархия берет на себя финансирование проекта. В свою очередь, научный коллектив займется фундаментальными исследованиями и разработками. А работы ученым хватит. Земли Восточного Полесья таят в себе целые неизведанные исторические пласты. Светлана Грудько, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».